Август этого лета принес жителям городского округа Воскресенск не только продолжение купального сезона, но и пожароопасный период в лесах. Не так давно не на шутку разыгравшийся огонь в деревне Новочеркасское удалось укротить практически в последние минуты. Уже начинали гореть жилые дома. Зашло? Началось все у нас вот оттуда. По словам, вот там варили забор сваркой. И вот оттуда все пошло. Еще буквально 5 минут, и все бы. И тушить бы нечего было. Все сгорело бы. Моментом все. Просто страшно было. Пожарные сработали оперативно, но случай не единичный. За этот год на территории городского округа Воскресенск произошло 13 природных пожаров, общей площадью в 33 гектара. И это серьезный повод напомнить отдыхающим о правилах безопасности и бережного отношения к окружающей среде. У нас организовано совместное патрулирование с лесхозом, полицией, сотрудниками администрации. Мы объезжаем места массового скопления людей, предупреждаем людей, соответственно, мерах безопасности, обращая внимание на разведение костров и меры безопасности при обращении с огнем, в том числе и при проведении каких-либо работ. Еще раз подчеркиваю, опасность у нас сохраняется. Ну и видите, к чему это все последствия приводят, достаточно серьезные. Осторожность не помешает, поэтому и мы рекомендуем отказаться от времяпрепровождения в лесу. Отдохнем на природе в начале осени, после дождичка в четверг. Виктория Федосеева, Дмитрий Волнов, новости Искровект.